сталкиваетесь с переполненным общественным транспортом? Я редко езжу, поэтому не часто, особенно сейчас редко. Да мы не садимся там, где переполнены. Ну, довольно часто, по утрам. В основном по утрам, да? Ну, конечно, да. А на каких маршрутах ездите, в каком транспорте? Ну, в центр езжу, в Камыши езжу. Как думаете, в пандемии это вот опасно? Может быть, стоит пускать больше транспорта? Да, честно говоря, не знаю даже. Стараюсь не ездить час пик. С утра и вот в такое время, часа в три. Мы ездим не часто. Не езжу иногда по работе на служебных машинах. Вообще не сталкиваюсь, я дома работаю. Ну, я не так часто езжу. Только утром бывает, очень много транспорта. Так. Ну, просто у меня работа близко, и поэтому я редко пользуюсь. Я в нем редко очень езжу. Вечером в основном, но это редко бывает. А на каких маршрутах ездите? 109, 20. Как вы вообще думаете, в пандемию стоит пускать больше, может быть, транспорта, или это наше? Стоит больше пускать. У нас в городе с этим, да, проблемы есть. Разгрузить, но нам может больше пускать транспорта, больше транспорта. А пятерка так это вообще очень плохо ходит. Если, допустим, часто 12-й, 10-й, там 16-й, то пятерка ходит очень редко. И люди жалуются, что не могут добраться. Надо больше, потому что двоек совсем плохо ходит. Автобус со Стрелецкой. Очень долго стоим, ждем. Хорошо бы, да, чтобы было больше транспорта, или он чаще ходил, в общем, как-то решать эту проблему, потому что это, особенно в часы пик. Я думаю, было бы не лишним. Ну, вообще, испытываете какой-то дискомфорт от того, что вот так много людей? Ну, сейчас не так сильно, летом, конечно, это ощущается больше.